дорогие друзья, мы приехали к заветной цели. Наш карьер любимый. Сейчас будем заезжать. И покажем вам... Какого-то карьера, то, что мы были, скажи. То, что вот мы заезжали, действующий карьер, в итоге там охрана. Мы один камушек пристроили в кузов. Тут же подъехала охрана, сказала, ай-яй-яй, там камеры снимают. Вот. Но чем хорошее это место, там дорога к этому карьеру сделана. И прям по краям лежат уже разного размера валуны. Есть и большие, есть и поменьше. Но их не надо откапывать. Так вот он сказал, прям... что не надо брать? Да, они подъехали ко мне, типа, что делаете? Я говорю, камушек пристроил. Он говорит, не, не надо, давай тут камеры снимают, типа, собирайся. Я ладно-ладно. Ну и уехали. Хотя мы не доехали до этого КПП метров 300, наверное. Да-да-да, много было. Вот. Ну, порядок они там блюдят. Ну, вот. Молодцы, да. Ни один камешек. Сами-то не собирают, нет, сбоку собрать-то ничего страшного, я думаю. Ну, он сказал, иди. Ну, это, блин, сказал. Ну, а это вот наше место. Замечательно, ничем не хуже. Дорогие друзья, сейчас мы обоснуемся. Вот такая красота, мы себе взяли вкусняшки, спасибо замечательной компании, которая нас выручает, скажу вам, Арктика. Вот, наша машинка, рабочая красавица, там у нас вкусняшки. Сейчас мы вам будем показывать, что и как и почему. И по традиции моего канала, нашего канала, ну сначала моего, все знают, а потом уже стал внедряться потихонечку, уже год как Артём помогать мне в съемках. Так вот, по традиции, вот эти видео, такого плана видеообзоры, обычно рассказывает Артём, потому что это все-таки больше мужское дело. Я не очень увлекаюсь вот этими вещами. Ну, в смысле, не вникаю в них, а вот Артём вникает. Ну что ж, дорогие друзья, мы устроились. Артём устроился удобненько. Вот, посмотрите, какое шикарное местечко у нас. И мы сейчас вам покажем, что у нас все-таки есть, дорогие друзья. Мы очень рады этому. Но почему мы рады, сейчас Артём вам расскажет. Тём, с какими целями мы выбирали эту продукцию? Поближе я. Погромче. Мы часто ездим в походы. У нас есть палатка, мы снимали, как-то уже было видео на эту тему. Вот. Ну и такое предложение, грех отказываться. Это нам пригодится в походах, ну и вообще просто в быту. Да. Сейчас все вот расскажем и покажем. Итак, фирма Арктика выпускает различную продукцию для походов, для активного отдыха, ну и просто для жизни. Выбор там огромнейший просто. Там термосы, термосумки, сумки для лекарств, кружки, всякие боксы, контейнеры. Там выбор просто огромный. Вот. Ну, вот у нас сегодня на обзоре три вещи. Это термос один, Арктика. Вот он. Термос шикарный. Для напитков. И термос питьевой, Арктика. Сразу скажу, чем они мне понравились. Они металлические, там нет стеклянной колбы, и двойной корпус у них, и между стенками корпуса у них воздух. А воздух — это, как известно, самый лучший тепло... Отдатель. Нет, отдает. Не отдает, а задерживает. Ага, да, наоборот, сохраняет. Вот, да. Ну вот давайте я вам покажу. Мы их упаковали, но они полные у нас. То есть мы сегодня уже их используем. Да, вот мы этот сразу вам. 0,53 литра. Тепло держит. Тепло и холод. Да, кстати, что в них можно не только. Когда со словом термос у всех связано, что там можно горячий чай или кофе. Да. Также тут можно и холодную воду возить. Вот слушайте, холодная и горячая вода сохраняется. Да, здесь. И то, и другое, неважно, горячая или холодная, будет сохранять температуру, да, изначально. Сохраняет достаточно долго. Я его испытал, я его беру с собой на работу, наливаю туда кофе, в машину бросаю. Вот. Вот заявлено, 6 часов держит тепло и холод. Вот. Я испытывал где-то
через 7 часов кофе здесь достаточно теплый. Вот так вот. Вот. Ну, где-то я не знаю, сколько там, может, 40 градусов. Я не замерял, но теплый, который приятно пить. Угу, угу. Вот, через 7 часов. Значит, в комплекте, вот, значит, коробочка такая. В комплекте входит запасная уплотнительная резинка. Инструкция. Ну и, собственно... Темочка, давай с той стороны, потому что я против солнца. Да, да, вот так лучше. Вот. Ой, простите, я только сейчас заметила, я извиняюсь. Ну и, соответственно, сам термос. Угу. Вот он. Вот такой. Вот она, эта уплотнительная резинка. Она легко снимается. Вот. Ну и вот он термос. Он без кружки. Питьевой. Угу. То сюда можно налить прохладный напиток и с собой там в рюкзак и его пить. Как... Минуточку. Вот. Кружечки можно приобрести у них на сайте. Да, любой выбор. Все это есть. Любой. Мы вам сейчас покажем. Вот он такой. Он удобный, он герметичный. Угу. Нержавейка. Вот именно этот пол-литра, 0,53. Смотрите, какой хорошенький. Вот, очень можно, удобный. Да. Держать. Красота. Угу. Здесь у нас кофе. Кофе, да. Мы вот. И там в инструкции написано, он не должен нагреваться. То есть там горячая вода или там что, жидкость налита, сам он должен быть прохладный. Даже прохладный. Если он горячий, значит это не кондиция. То есть это способ проверки. Угу. Все, мы проверим. Он уже давно, Артем уже. Мы давно хотели вам снять. Мы говорили уже вам про это много раз, называли. Что хотим снять. Вот он, этот термос. Тут все инструкция перед применением, что нужно сделать, обратить внимание на что, как хранить его. Ну, все полностью. Давай я покажу, Тём, и что вот там. Весь прям. Растяни. Вот смотрите, смотрите, сколько всего есть. И кружки, и термосы, смотрите. И термокружки. И... Я сейчас вот пройдусь, вы посмотрите. Видите, сколько? И ланчбоксы, и сумки-холодильники. Девочки, вот, кстати, для лекарств, вот когда вы куда-нибудь едете или на отдых, это просто супер. Вот есть такие сумки, холодильники, где можно сохранить лекарства. Это очень важно. Смотрите, сколько. Разного размера. Чего только нет. Любой вкус. Деткам в школу. Даже ланчбоксы. Термобочонок. Вот, смотрите. И термоконтейнеры. Вот мне вот эти понравились. Может быть, и такие вещи мы приобретем. И вот, как они называются-то? Аккумуляторы холода. Да. Тоже вот там они продаются. У нас они есть, но мы покупали... Мы отдельно покупали. Покупали, да. Так, ну, вот еще. Он. Смотрите, какая красота. Чего только нет, дорогие друзья. Вот эта красота мне понравилась. Цветные. Просто прелесть. Вот. Вот так вот. Угу. Давай дальше. Что еще нам прислала эта замечательная фирма Арктика? Вот, смотрите, это запасной вам пришлет. Я говорю. Угу. Дальше второй. Это уже такой серьезненький. Да, для нашей машинки, для нашего отдыха. Да, это уже такой больше стационарный. Угу. Мужчины, смотрите, внимательный для тех, кто любит рыбалку, кто любит походы, отдых. Вот такой вот термос для напитков. Угу. Это вот сюда лучше его подними. Сейчас. Угу. Ну вот заявлено, что 20 с 98 градусов через сутки он 71 градус держит. Данные тестированы ориентировочными и зависящими от различных факторов. Ну вот вы можете остановить. 5 лет гарантии у него. 5 лет гарантии? Да. Нет, только. Вот. Сайт вот он, rusarctica.ru. Ну мы оставим ссылочку. Кстати, оставим ссылочку для удобства и на сумку, и на термосы отдельно. У них есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и Инстаграм, все это есть. Угу. Термос, значит, для напитков вакуумный. Материал пищевая нержавеющая сталь, пищевая пластмасса, пищевой силикон. Так же, как и в том, в маленьком. Вот. Этот уже вот такой вот он. Смотрите, ручкой, какой огромный. Ручка выдвижная. Так вот. Замечательная ручка. Вот. Здесь есть
ушки, чтобы можно на ремень повесить. Угу. Объем у него 2,2 литра. Вот написано. Ну, то, что нужно, большой. Здесь у нас чай, и здесь уже чай, он, да, со стаканчиком. Крышка здесь откручивается. Ну, чтобы налить, просто откручивайте крышку. Вот. Угу. Просто откручивать. А чтобы налить стакан, вы просто чуть ослабляете. Дай-ка мне стакан. А, давай продемонстрируй. Просто ослабляете чуть, и вот он течет. Ага, вон как. То есть не надо открывать все это дело. Красота. Это тоже закрывали. Очень важно и, кстати, очень удобно, дорогие друзья. Видите, ничего не течет. Но само качество, ребят, вы не представляете, да, какой прям... он эстетически красивый. Такой... Его приятно держать в руках. Да, да, да. Вот. И давай, выпей чайку. Следующее, да? Ну что, чай. Давай, чаечек. И вот красота. Так, и вот, значит, сумка. А почему мы большую выбрали? Расскажи. Там есть разного размера, мы взяли там, большую. Да, размеров много есть. Мы взяли 40 литров объем у нее. Вот. Сумка-холодильник. 40 литров. Полезный объем 40 литров. Угу. Весит она 1,5 килограмма. Максимально можно загружать 7 килограмм сюда. Вот так. Так что можно от души напихать сюда всего. Вот так она выглядит. Тоже эстетически, вот. Она очень красивая. Когда ее присылают, она в сложном состоянии. Сейчас, где тут? Значит, там есть вот у нас ремешок, который, когда разбираешь, она складывается. Угу. Вот. С помощью вот этого ремешка. Здесь есть клапан. Вот он. Его нужно открыть. И ее... Вот он, слышите, сдувается. Может, сдувается, да. Когда сдувается и фиксируется ремнями, и она становится прям, ну, вот там... Маленькая. Вот, да, вот такой где-то высоты. Прям, ну, сантиметров там, не знаю, 15-20 максимум. Вот. И ее удобно положить, когда она пустая. Когда ее нужно заполнить, просто открываете клапан. Она сама набирает воздух. Ух ты! Вот, принимает форму. Клапан закрываете. И все, и пользуйтесь. И, собственно, да, пользуйтесь. Сюда красота. Контейнеры со льдом. Да, мы отдельно покупали, но там есть они. Давайте вам показывай. Вот. Смотрите, внутри какая она тоже красивая для нас, девочек. Что это у нас? Пиво, квас. Напитки, да, пиво, квас. Мороженое. Мороженое. Все сохранилось, дорогие друзья, все как положено. Вот такие мы купили, но это просто обыкновенные ашановские. Да, но там есть у них тоже. У них есть, да, разных размеров. Бутерброды. Вот такой вот у нее вид изнутри. Вот. Вот так. Вот такая термосумка. 40 литров. Да, почему 40 литров? Ну, потому что мы, да, Артем, любим отдыхать. Да, мы ездим когда. Что, сразу сюда покидал, удобно. Да, очень. Вот. Ну, где-то там, если по размерам, высота у нее где-то 45 сантиметров. Угу. У этой сумки. Ну и ширина приблизительно такая же. Вот, на молнии. Угу. Красивая. Есть ручки. Угу. Вот, и есть. Большая ручка, что подеть на плечо. Есть, да, ремень через плечо, который на карабинах. Угу. Она регулируется по... Больше-меньше. По длине. Угу. Вот это вот очень удобное на плечо, чтобы не было больно. Мне понравилось то, да, что она, видите, здесь вот кожа сделана, а здесь вот материал такой очень крепкий, очень хорошее. Ну, кстати, качество идеальное. В пошиве, да, ни к чему не придраться. Смотрите, какая. Сделано хорошо. Сейчас вот так я вам покажу. Вот. Красота. Да. Все ссылки мы оставим. Да, ссылочки обязательно под видео. Причем, чтобы вам было удобно переходить, мы на каждый предмет, то есть на сумку и на термосы. Отдельные ссылочки вам оставим. Да. Ну, наверное, все. Ну что ж, дорогие друзья, будем рады, если вам понравился наш обзор. Приобретайте, мы очень довольны. Мы, кстати, уже испытали, как сказал Артем, и потом мы только решили вам все это показать. Так что мы вот отдыхаем. Очень удобно, дорогие друзья, воспользоваться такими
замечательными вещицами. Что нужно? Кофе, чай. И помните о том, что и холодное, и горячее можно хранить в этих термосах. Это красота. И там, конечно же, вкусняшки. Приехали, сели, природа, солнышко, одеяльце, лег, отдохнул, покушал. Красота! Ну что ж, Артем, будем прощаться, да? Да, наверное. Все. По традиции заходите нашего... на сайт Арктика, фирма крупная, да, серьезная. Кстати. Фирма очень серьезная. Беспокоится за качество своей продукции и качество отменное. Да, да, да. Мы это испытали, ну и нам понравилось. Мы довольны, дорогие друзья. По традиции нашего канала мы, как всегда, всем вам желаем, дорогие друзья, всего самого-самого доброго, самого хорошего, мира, любви, добра. Все, что есть из этой серии, дорогие друзья, все к вашим ногам, ибо вы все это заслуживаете. Ну а вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены, ну и у Артема сегодня в нашем видеообзоре. И мы начинаем отдыхать. Артем собирается нырять. Всем пока. До новых встреч.